Вары носят кистевое? Да. Носит. Да, носит вполне. Это очень хорошие плечи на шоне. Если никому кистевое не нужно, я бы забрал. Кружочек говорит. Шанка. Спасибо. Спасибо, в гельбанк не положишь. Ноль, нахуй. А, все ебало. Есть у кого два багровых рубина? Я куплю. По 50 голд продам. Давай куплем. Кому, Васян? По 50, да, ты сказал, или по сколько? Да. За вами выехали. Шухер мусора. Как будет маленький полицейский? Копчик. Че, давай справа сначала. Угу. Короче, дам лейтенанту оковы. Кто-то еще контролит, нет? Я вот бабусю за контроль отвечаю. Я понял. Это называется сходочины. Ребятушки, важный вопрос в зал. Можно ли сбросить специализацию алхимика? Если да, то как? Да, можно. Как? Там, где ты брала. Там, короче, какая у тебя? Ну, у меня эликсирщик, хочу не эликсирщик. Ну, вот смотри, вот летишь, там, где кинарей, скидываешь, то
проще брать у этих птиц. Ну, типа, как они птицы. Возьми загугли. Птицы, которые возле шатрата, алхимики. Да, да. Возьми загугли, там написано все. Если бы я хотела вместо того, чтобы вас хилить, гуглить, я бы не сидела в рейде. А так я могу с вами пообщаться, наладить контакт. Выяснить совет опытных и мудрых людей. Ой-ой-ой, бля. Загугли. Сам сходи загугли, блин. Мы чё, в разных рейдах? Загугли, нихуя себе. У нас в моем специализации программистов загугли примерно равнялось пошел нахуй. Так, давай там. Ну, это у тебя там. У меня тут жеребенок гуглит. Жеребенок. Давай этот жеребенок, я бабу. Ребенок, а не жеребенок. А бабушка стоит, да? Видите, череп. Если что там дилка кончилась, обновите, пожалуйста. Танчат все, кому не тебе зеркало, типа, связка. Не поверишь, она тут работает. Глупые смертные, думали, что одолели нас, Сан Лейн, непобедимые воины короля Лича. Теперь наши силы едины. Восстаньте, братья, и уничтожьте наших врагов. Ну подойдите вы к нему поближе, чтобы он как жаба, блядь, не прыгал. Кодово имя Т5. Обнови дилку, пожалуйста. Нет, вверху. У вас говорит Зай. А, ну значит, просто бафов дохуя. Вот, да, теперь вижу. Рыбку поставили? Я дал, да. А, хорошо.
Ребят, там Дживса просят, если есть. Короче, по кинетикам, Мадяр, твои кинетики на платформе. Этот демон, стоишь левее от входа. Хант, Стрепсилс, стоишь правее от входа. По центру там, по возможности, все. Нет, ты не поверишь, короче, но это очень легко придумывается. У тебя на столе стоит какая-нибудь хуета, и ты чисто, чтобы не задумываться, переписываешь, что вот на столе стоит. А мне так отец дарил Warcraft, когда он только появлялся, и он за меня создавал аккаунт. А у него четко перед монитором стояла эта пшикалка в горло Гексарал. У меня аккаунт Гексарал был 10 лет после этого. Что за дерьмо? Ребут? Нет, не ребут. Прикольно. Не ребут, просто меня въебало. Спасибо. Три хила упало. Хилю КМС. Там шторы. Никому не будет пощады. Давай, до боли резко. Блять, мы дальше упасть можем, пока еще стоит. Ресни, хилов. Один мост хилит, ты стоишь. Меня хотя бы ресни, можешь хоть обсмотреться. Все, минус вар, короче. Давайте диваны. Давайте диваны. По войду диван. Простите, диван. А там хант какой-то пиздячий начал. По-моему. Истина в смерти. Не стоило и отвлекаться на тебя. Не стоило и отвлекаться на тебя. Истина в смерти. Моя чаша полна. И прольется пища для червей. Никому не будет пощады. Насладитесь. Кушать подано. Нет. Там Таурен. Что случилось? А я хуй знает, почему я укус кинул, они на меня побежали. На пол ты не дал, потому что. Что, от одного спала я бы с агро, что ли, сорвал? Ну, если ты дал на пол. Но он не ударил, наверное, даже. Все. Хуйня какая-то. Напулили хилов. Ладно, давай тогда пулять быстрее еще раз. Паладин ликвидирует, поставь ауру огня. Давай Хансу Монти речь. Лёх, к нам спустись. Вместо ауры льда можно поставить ауру для хилов. Убиван. Подожди, чё, куда? Не понял. Куда отведи?
Нет, спрашивал, да, кружочек. Ну. А, ну стратка охуенная, спасибо. Вот, где вот там уголок. Там попросили лица поставить. Тактика, галактика, блять. Обычка. Бывает и такое. Как будто бы герой пришел. Я помню. Че, КМС по ПМС я хилю, что ли? Вот, посиди вон наваривай. Че началось-то? Я ДЦ. Ну так, а почему на нем ни одного хила не было? Ну, как тебе сказать? Ой. Дайте Геру. Не сейчас. Через чуть-чуть времени дайте Геру. Да, когда будет Келесе, то тогда может. Блять, Келесь. А что? Пока ты Алдаром, подожди. Можно было сразу ее дать, блядь. Не знали, что надо думать. Блядь. После Келеси это сейчас будет Валанор. Вот, 30%, блядь. Там еще дохуя. Не, я бью, мне похуй. Хороший, что ты не Моса дал. Блять. Украинец там селился. Хохлы покусали. Фу, блять. Выход. Могущенный! Могущенный выход! Ибо сила сферы питает меня. Фу, блядь. После боя поездку кинусь. Чё-то Совер захильте вообще в голос. Дискон, о, прощай катушка, прощай осколок. Там, блядь, там все ебало в катушках было. А было? Чекаем, три катушки лежало, и осколков штуки 4, просто все твои, блядь. Там было какое-то кистевое, еще какая-то залупа. Ну, три залупы там лежало, не расстроимся. Там максимальная залупа лежала, прям... Бля, вот я больше чем уверен, там был осколок. А-а-а. Не было там осколка, я тебе даже говорю об этом. А ты можешь видеть осколки, да? Да. Были неверимо. Я видела все эти 4 осколка, они были прекрасны.
За профа обязательно. В смысле? Я тебе сейчас так профа отрылю. Это маг, если что, я в магаз за пивом быстренько. Нормально. Какой из? Какой из магаза? Лоу про. Ха, окей. Килесит. Фу, блядь. Тоже пойду за чайком. Тоже в магаз? Не-не-не, я за чайком. Пойду за пивком, блядь. Чайком, пивком. Эй, никуда не выйду. Во, это кто, Пинки или Адмирал, блядь? Или у вас свой этот пишет? На БМ. Я хуй знаю. Не знаю. На другого создателя ты сейчас говоришь. Что, куда, Вой, ты мышку кликаешь, блядь? Не знаю, какой создатель. Иди чай пей.
Заходит. Чё там пускает? Да. Как-то с натугой пускает, соединение установлено и пиздец. Поддерживаю. Он, по-моему, по новой пизданулся. Что-то у нас в Дискорде меньше стало. А кто-то уже зашел вообще? Да, я в игре уже стою. Сука. Что там, кстати, жаловались, что не выпал осколок. Будет еще один шанс. А что, босса откатило? Угу. Да, стоят ребятушки. Охуеть. Пускает чешо. Пускает, стоит именно босс. Что откатило? Боссом. Валанар, Келесет, вот эти все ребята стоят. Хорошо. Заходим. Если вы в Дискорде когда появитесь, постарайтесь не двигаться. А они что, на движение пулятся или как? Короче, блять, выйду за ворота. Охуенная еще и откатила, блять. Может, осколок выпадет. А других боссов, интересно, тоже? Ага, блин, с нуля сейчас соединил. Что растрепсился? Хедолол. Хедолол ушел в магазин, сказал. Можно будет без него пулять. Стрепсит шторы. Так, варнаки плеч. Грузит игру. Где ту хуйню рольчик? Успех. Чё, варам не надо, типа? Лол, блядь. Вары, вам чё, не надо? Это есть.
Ну так сказали, но в спек роль. Ну в спек, я, блядь, паладина, но вряд ли эту хуйню буду отдавать. Паладинам эта хуйня с РП нахуй не нужна. Стоп, ну, да. Ну, хоть какая-то замена перчаткам с этих вот такого. Да лап... поебать, ну это хуйня. Дуки? Нет, так нет. Ну, вару она, ну, как бы нормально. Ой, сколько у вас эта итемка с джайны на посох продается, если ачивы есть? О, я не шарю. Полтос или сотка? 50 миллионов тысяч. По-моему, что-то среднее между полтосом и соткой. 70, если меня не изменяет. Опять упал, что ли, блядь? Да. Да. Сука. Ох, ну, что, еще не пускает? Не, он просто второй раз вырубился. Гнида. Пахнет поставками. Пахнет горячей жопой. То, что, блядь, это как в прошлый раз. Мы опять не донесем целка из-за этих ебаных дисконов. Блядь, сделали какую-то хуйню. Рейд и X3, блядь. И какие-то, блядь, огненные искры, блядь, чё за хуйня? Тулить надо. А можно, блядь, закрыть эту хуйню как-то, блядь? Да по-любому все из-за них. Очко вообще, блядь. По-любому систему нагружают. То ли вот эти три серва нормальные, блядь, без всякой анимации обоссаны. Постоянно падает только ебаный X2. Всегда, блядь, все остальное висит. Да это X2 падает, за что про товар в Т5 танчит, блядь. И чё? Килл вот этой стаи, чё? И по-любому неинтересный видос. А чё тут на этом моменте, я хуй его знает даже. Ебать, конечно, у него экран засран, пиздец. Обыкал. Либо там монитор во всю стену. Ну нахуй вот это вот говно. Полученный. ВС. Уголь. Он чё, дохуя наблюдательный или что? Что, время Mortal Kombat, что ли, Fight!
Кажется, это поражение. Ты понимаешь, как выглядело, что ты знаешь, сфера на тебя летит, но ты не можешь. Я не могу от неё там специально ради тебя, чтобы Сирус не откатывал, товар раздевается. Что там? Про товар раздевается, лишь бы Сирус не падал. Какой? Он играет. Во что ты играешь? Mortal Kombat? Угу. О, смотри, басы стоят. И CLK. Ой, где вы стоите-то? Круто. Загружайтесь. Ебать тут видосов, конечно. Ну, тут можно удалить. О, ребятки способные профайл убили или оставили на потом? Оставили. Вот же заходи. Шторы. Пепси. Бля, вот сейчас катушка должна упасть. Все ебало в катушках. Чекай. Стрепсил с концами? Нет. Стрепсил с Тридиси? Маякни чё-то. Посмотрим. Такого ника не вижу вроде бы. 22 тела. Вот же шторы, блядь, заходим. Ты чё, ещё там и шторы сидят, что ли? Отпусти ты бедного мальчика поспать. Где ты, блядь, мальчика увидел-то? Да отпусти! Слышишь, отпусти шторы! Отпусти бедного половозрелого мужчину поспать! Ещё с ДВ сидит! Ты там не устал? Да я не с ДВ. А ты в ДВ сегодня разве не был? Был, только это когда было. Я на работу даже успел сходить. Я... Говорю, ты что, весь день сидишь, что ли? Да ты ёбну, всякой весь день, нет. Весь второй день, попрошу. Времени уже прошло. Я уже 2 недели сижу. Силён. Лев. Ой, не знаю. Перезапусти клиент. Перезапускал. Амоса где, блядь? Спасибо, Сэмми, ма. Что мусы нету. Обалдеть, какие вы продуктивные ребятки. Все, пошла вода, захожу. Блять, шаманчика бы еще.
Че, без мосса будем гулять? Да сейчас мосса никуда не денется. О, зашел. Зашел. Хорош. Нормально. Ну, все равно. Ну, стрепсил, вагон. Стрепсил точно, ну, пиздец. И че, япончик, пойдешь? Куда? Целка, обычка. Целка, обычка, но только на паладине, если. Там обуть зайдет, подожди. Да я ждать не буду, сейчас будем пулять. Да. Не, ну пулять, в смысле, подожди. Да нет, там кто-то с Диса лофался. По-любому это все, это хант минус. Бивантус с АФК просил. Ну, можем пульнуть без него. Придет, охуеть. Я тут, мне просто впадло кнопку нажи. Был досадным недоразумением. Сила сферы позволит Валанару свершить отмщение. А что, уже пульнули? Да. Получается, что пульнули. Получается, что так. Валанара будем. Давайте, если сейчас Талдаром, то Геру, окей? Давайте без давайте. Че, заходить на палы или нет? Ну ты сам знаешь, у меня ретрик такой себе. А тут и ханд был такой себе. Шило на мыло. Шило на мыло. Я бы на присте, конечно, сходил с удовольствием. У него КД. Да у меня на присте КД. Я вчера повесил его, потому что пошел дособирать осколки. Мне выпал один. Сегодня в ХМ. Я добил ШМ. Все. Вон, плюс один тебе написал. А я нихуя не уешу. Давайте тут. Танкую, танкую. Дала зубы, пока собираешь. Чтобы ебало не отвалилось. Там сферу под босс. Падает. Там, блядь, на просте агро. Войт, да. Сиди на КМС и все, хиль его. Что-то добьете? Дайте хоть пину. Прольется кровь. Трепещите перед Талдарамом, смерть. Моя чаша полна. Бомба возле Келесита. Келесита. Келесита, как мне нравится это. У нас есть Келесит, Талдаром и... Талдаром? Их трое. Их было трое, три пацана. Все, Рэл, это был последний босс, я пошел спать. Да, два раза. Все спокойно, я пошел.
А как же женщина с крыльями? Дракониха с крыльями, еще одна дракониха. Зачем вы на вихрь ведете обратно, босс, танки? Чтоб скучно не было. Убивайте Келесика. Келесика. Я чувствую, япончик и примерно такой же восторг, как у меня от этих прекрасных ударений. Ага. Да, это мой фетиш, по-любому. Просто смотри, сейчас 3 осколка упадет, чекай. С каждого, да, по одному? С каждого, да, с каждого. Из Келесита, из Талдарама. Я тогда в Раску просто, блядь, в черный список сразу же добавлю. Я тебе, конечно, верю. А потому что он крайний, че непонятно. Ритон. Дайте рез. Катушка, блядь. Еее. Не, ну второго пола это стоило однозначно. Начинается война за катушку и сапожки. Ну я тебя потонул. А чё тебя так кидает? Чё, серьёзно? Пошли лану убьём, какую Вальку, пойдём. О, тут осколок, слышь, чё? Слушай, отлично, ребут, спасибо, Сирус. Криншоты сделали? Камшоты сделали? Да всё, я подобрал это главное. Какого Талдарама, я не знаю такого. Так чё вы это... Войд, неудобный вопрос тебе напишу в ПМ. Интимный? Лучше умереть сейчас, чем опять собирать реагенты для этого больного... Давайте Валик убьём. Не надо. Довольно пустой болтовни. Ну не пульте. С их помощью мы пробьёмся через зал. Император, ты чё, ведёшься? Я не понял. Войд написал. Я потом вот сам, блядь, с агры случайно пизду уже сейчас убить. Блядь. Давайте только вторую хотя бы не с пулем отойдите, а? Да не, ну, кидай пати. Ты чё, мне 300 сообщений? Японец. Эй, на танк роли. Наглый, дерзкий. Фас. Вибим, Леонид. Шторы, это я сосу. Тебе жалко, что ли? Ну вот. Дай пососать, что тебе, блядь? Жмоться. Да, блин, вместо меня сосет. Главное, лучше меня сосет. Даже не делит. Еще и, блин, ворчит. Что я ему сосать не даю. Тренируй сосало. Господи, у меня оказывается так много покупателей на 5 хм. Они мне все в личку. Настя, ты что, 25 хм? Блять.
грустные такие. Я им говорю, нет, это с пугами обычка. Такие грустные смайлики. Мне их так жалко. Хило хватит на Вальку? Мосса полетает нормально. Где-то 5? Видишь, 68? Нет, я нихуя не собирал. Надеюсь. Ты его смущаешь. Варест опять. Он же не знает, что ты про товаров любишь слишком сильно. Ну, кавычки настолько большие, что не поместились в чате. А, про товар, блядь. Мага уже не успели. Насколько его хватило? На первый трэш. Ну, попытка не пытка. Ладно, шторы соси. Сейчас я поору, давай поору. Это, ешь девочку? Маги, надо кормёжку обновить, реально. Столик надо поставить. Нифига себе, там кто-то уже столик ставит. Тыкните. Вот это социальная ответственность. Yeah. Да. Являюсь танком. Да все уже. Кое-как забраться мне копье. Там неудобно, она в ее фрейме, блядь. А че на ней два щита, ну? Ну что, она пиздатенькая. Кто-то пиздолит щит вот сейчас. Не дайте Финкельштейну пустить меня на опыты. Что я наделал? Заебало. Yeah.
Потому что у нас бой идет. Во время ивента нельзя. А вот бой с этой пиздой — это ивент. Ну шо там? Так мы страшно сражались с плетью. Да благословит вас свет. Впереди вас ждет много опасностей. Постарайтесь... Нет, я аспект менял. Третьим спеком, что ли? Угу. Давайте я рыбку поставлю. Жрите, не обляпайтесь. Дайте там инту лапу. Рыбу ем, подожди. Может, у нас у хантов есть краб? Хэд краб? Ну, похуй, пускай демон становится с доспехом. Какой у тебя там РТ в 12 ночи? РТ 12 часов ночи, понимаю. Вот сейчас я прям посмотрю по гильдии. Это, наверное, на X1 какого-нибудь. Чистый хард. Не, ну хотя смотри, они там в крепости Бурь сидят. Краску кулаком на весь. Да похуй, гоу, пока так. А я, короче, спамер включу. Чужаки ворвались во внутренние покои. Уничтожьте зеленого дракона. Пусть останутся лишь кости и прах для воскрешения. Император, ты куда? Залечите мои раны. Я уже полежу, я уже отхилил свою. Все сгорел, молодой человек. Я, блядь, написал, только не приебите трэш, блядь, и сразу же бац на. А что, может, доведете вы толстяка там, например? Мне нравится, что человек летал там в Долоран менять спек, чтобы лечь прям на пуле. Мне тоже это нравится. Это особый талант, я считаю. Вставай, ебаный шашлык! У нас что, 3 танка, что ли? Да. Нету, не схож бы до портала. 5 секунд. Справа череп. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой.
Еще мне очень нравится, как на нашу печеньку товара положительно влияет выпитые пару рюмочек агро. Потому что еще на кораблях он говорил, что мне ей, когда переписывать, я танчу. Активно переписывать силы. Писал ретрик 255-й. Может, они и возьмут банду. Фоджи, летай за мной по часовой. Если в луже, короче, не стоять, можно не получать дамаг, когда вниз падаешь. Прикольно. Ну, кстати, хорошая инфа. А чем так можно было? Лок, ты стой, не напрягайся, через тебя или нет, вот ты свою задачу выполняешь. Ой, расслабляйся. Получаю удовольствие. Реально, вот. Тебе сказали стой. Ну, ты молодец. Я частицы не вижу на вальке. А, хуй знает, хуй знает. Может, там холипал на приколе просто блока кастует. Холипал не пошел в портал. Там вы найдете спасение, герой. Выглядит как победа. Вопросики. Заходите в портал. Мне кажется, ли с холипалом что-то не так? Нет. По-моему, он не знает, что тут делать вместе. И вежливость будет. Я открыла портал в изумрудный сон. Там вы найдете спасение, герой. У нас один бухой танк, танчит лучше, чем два трезвых, окститесь, суки. Разгром слева. Это ты про меня намекаешь или про кого? Ты трезвый должен быть, чисто теоретически. Тёка ХМ-то? Ты уверена? Не знаю, я теоретик, блять, нихуя не практик. Первым делом сказал, что я напьюсь сегодня. И как, нормально? Нахуенно. Все, вопрос закрыт. Тогда извиняюсь за пиздёж. Волдыря уберите от босса в мою сторону. Ну хз. Скиллов может и что-то. А можно инер? Так долго вальку еще в обычке, по-моему, не хилили. Я так долго не продержу, если вы не поможете мне. Набухаться тебе помочь? Скайп включать или что? Конечно. Понял. Если хилить меня не начнёт, мне жопа будет. Так, тихо нахер. С зубами стоишь, стой. Вроде сейчас выходит и дохиливает. Там, давай, там япончик да. Сейчас сдохнет, реально не хотите помочь? Все нормально. Ну, давайте без дохрения. Давайте всю хуйню. Захильте уже эту блять. Кто-то умер. Его толстый отпиздил. Да! Вагон умер, нормально.
Вот что ты опять, блядь, доебался до меня? Я сижу, молчу. Чего ты доебался? Тебе в кайф заебать меня или что? И что? Ну, видел, видел. Ну. Мы на синдром? Хорош. Да вы чё? Пляску. Вы ими чё тут, жонглируете, что ли? Второй сколько... выпал, блин. Чё а сколько зарегистрировано? Сколько их упало? Два. Два, блядь. Ну ладно, хотя бы два. Я ещё не так расстроен. Знаешь, после того, как пришел в Раска и сказал, что за 8 боссов в обычке он лутает по 6 осколков, у меня просто тлен. 15 я уже собрал, демон. Хочешь перекол рассказать? Там в Раска педрила. 4 босса упало 3 осколка. Ребята, я на прошлом КД собрал целка 25 опы и выпало с 8 боссов 7 их выпало в обычке. Ник назови. Нужно руку в черный пицца. А это демон бесполезный, 250-й. Кикни, кто может? Просто кикни. Все, я поставил его в угол. Наказал? Обидно так-то было сейчас. Видели мышку, написали в норку. Ничего, нормально, переживешь. О, Грул Магик надо Фараде похилить, я пошла. Вовремя. Ну, если такое, может, сапож через кинуть. Хильте, блядь. Да вот ты шо, мы уже прожали шевые зубы. Человек стоит. Короче, я хилю. И ближний бой 32 тысячи въебало. Мне кажется, или все бьют хуй пойми кого, никто не бьет тактика? А Магро пиздец. Танков сапает, пока ДС станет. Ну, видишь. Уже можешь не ролить. А, кстати, был этот... А, да, я же добирал их, еще передай брал. Точно, точно. Ну это, блядь, еще тот вагон поезд, пизда. Единственный хороший ролл проебал, господи. Ну да. Че, кстати, не за поезд? Надо бы. Сагрили. Как раз у Акова, да.
Ты решила все свои самые замечательные роллы проебать. А я что-то да, блядь, опозорилась вообще на все. Ну ничего, следующий ролл будет 2.